чувак был хорошим бегуном. Почему он же белый? Чего там? Где тусуешься? Господи, какой кошмар. Слушай, где-то в начале уровня, я не могу понять. Но нам прямо явно. Где 47-я комната? Помнишь, которая 1, 2, 3 открывалась? Вот, да. Тым. Я так медведь сгорел. Я опять бегать не могу, ребят. А у тебя стамина закончилась, потому что слева внизу. Я поэтому пешком теперь стамина. Хожу, когда ничего не нужно. Кулинг мониторинг. Стамина, блин, придумают. Вот здесь вот. Лечение каких-то. Здесь вот аккуратнее, ребят. Ой, тут стоят. Я еще долго думал, он стоит или не стоит. Стоит. Ничего себе, приставным шагом, как он хорошо ушел. Я вам попку прикрою. Вот здесь эта дверь должна открыться. Должен сработать скрипт. Но она не открывается, хоть мы сюда все и пришли. Да. Неужели они это не фиксанули? Я не могу в это поверить, парни. Мы можем... загрузить следующий уровень. Но это как-то... вариант. Так, а, вот, все. И вот эта дверь закрылась. То есть мы все здесь. Вот сейчас да, мы перебить. Должны всех убить. Главное, назад не возвращайтесь. Не я даже больше скажу, я вперед захожу. Ой, он по мне засадил из дробача, так что мне больше не нравится вообще моя жизнь. Мне кажется, без некоторых органов, которые он меня отстрелил. Я полез. Я полез, я парни. Посвечу. Да ладно. О-о-о, подожди, стой. Мэтт, стой. Стой. Кейк, иди к нам. Да нормально все. Обратно. Куда? Да стой, ну там сейчас будет просто откромешный. Кейк, обратно. Дай хоть раз MLG-шно зарешать, а то люди подумают, что я совсем играть не умею. Я боюсь, я не могу. Ну давай, обратно. Решай. Я не могу. Ну вот кейк все испортил. Вот теперь эта дверь закрыта, да. Теперь мы не выйдем отсюда. Давай, решай. Вопрос. Так, а мы не закончимся. Так, я нашел что-то. Ракетница? Да. Нет, миниган. А, миниган. А дверь закрыла. Меня заперло, не тебя. Я готов поменяться. Ага. Только не пробегай. Все уже. Ладно. Тут особо не пробежишь. Ну, я убрал почти всех, там бы трое осталось. Добивай. Одинокий кейк на карнизе за окном. Смотрит на меня, стучится в дом. Может, Вилла Геймс игру пройдет. Кстати, я возродился на Денисе, так что тебе надо кекс убить себя. Для чего? Чтобы попасть к нам. Все нормально, дверь открылась. А зачем мне к вам? Потому что мы команда. Ты одиночка, что ли? Нет, но... Ой, виталина сбил, ты че? Сзади! Боже. Пауки. Может, даже ты ко мне придешь. Слушайте... Я захотелся поиграть в игрушку House of the Dead. Вспомнить я знаете что? Ну она такая не особо веселая, на самом деле, если у тебя нет лазерного пистолета. Слушайте, знаете, что я придумал? Может, приколюхи мутить, такая двойная ёжик, подстава. Матрёжик. Твою мать, я свалился. Почему тут так много людей? Ой, ребят, спасибо. Извиняюсь, я обычный. Тебя настрелял, но ты же понимаешь, что на меня валились одновременно и ты, и пауки. Я придумал двойную подставу. Короче, встаешь сзади во время перестрелки, горишь сзади, разворачивается, чувак стреляет тебе в голову и убивает тебя. Ты такой, ну чё ты меня убил? Как тебе такая идея? Ну, вообще отлично, только ты так меня убиваешь постоянно. Слушай, Кирилл, вот ты как знаток Counter-Strike должен мне сказать. Да, конечно. Если я вначале на респе разрядил полностью пушку, допустим, я знаю, что у соперников экономический раунд с пистолетами. Меня сразу съел кабан с одного укуса. Там два кабана еще. Я тоже экономический убили. Раунд с пистолетами. Еще один хп! Он идет за мной. Целый один, кекс. Да, мы начнем уровень сначала, если ты сейчас не затащишь. Тащи как царь, как король, как никогда не тащил. Кто? Чё? Кто меня бьет-то? Я еще не знаю.
Там еще кто-то был? Да. На мне... Я просто про экономический раунд ждал вопрос. Да не надо было его ждать, меня-то сгрызли, поэтому я мог отвлечься на экономический раунд. Я представляю грустное лицо Дениса в этот момент. Это ж, блин, конец уровня, наверное, был. Да, да. Вот буквально. Ребят, ну инфу не дали, что сзади появился игрок. Я смотрел от первого лица, потому что мне казалось, что так будет интереснее. Короче, экономический раунд у соперника. И я знаю, что они на пистолетах. Я покупаю М-ку какую-нибудь. Плохая идея, да. Разряжаю ее полностью на респе в стену. Ну, по нулям все. Подбегаю, допустим, это второй даст. Подбегаю к выходу на Б. И когда оттуда выбегает чувак с пистолетом, я ему на Г скидываю М-ку. Она появляется у него в руках и 0 и 0 патронов. Я достаю нож и зарезаю. Вот такое реально? Да. Ну, чисто теоретически. Ну, это вполне можно, особенно если ты еще не прошел этот... калибровку, например, или что-то там горел, то могут попасться люди, которые это попадутся на такое. Ты хочешь змуик записать такой? Да, но мне не хочется выкидывать ему, то есть мне не хочется кидать ее заранее лежащую, мне хочется прям выкинуть ему в лицо ее, чтобы он ее подобрал прям, то есть как бы на гэшечку. Не, ну это реально, понимаешь, но очень много попыток надо быть. За сколько бы ты провернул такую тему? С моего аккаунта, записав мувик. Сколько недель или что? Или сколько долларов? Нет, причем тут неделя, мне кажется, это довольно быстро. Не знаю. Никогда не задумывался. Вообще, если... А, так, ребята, извините, хлеб ваш не отбираю. Вообще, если говорить о всяких приколах, то на низких рангах вообще много чего можно придумать. Там и бомбы диффузить, с ножа зарезать. Главное, чтобы попались люди, которые... попадутся на эти приколы. Попались, попадутся на эти приколы. Чуваки, я, кажется, эту хрень сломал. А, нет. А мог что-нибудь сказать таинственным голосом? Кто? Кто должен сказать таинственным голосом что-то? Ты что-нибудь скажешь? У меня нет таинственного голоса. У меня есть только голос гнусавого школьника. Это единственный голос в моем запасе. Эх. Парни, среди нас сегодня есть один мужчина, у которого есть опыт любви с другим мужчиной. Но мы не скажем, кто это. Я даже знаю, кто это. Ну, я тоже знаю. Судя по тому, что Кейк делает с тобой. В данный момент. Кейк еще раз хочет прокатиться на этой машине просто. Вот такие карточки. Лежат. Я просто знаю, насколько это муторный уровень, поэтому я больше не буду дурака валять. Я честно закину эту бочку и не буду в него стрелять, но он очень раздражает своими яйцами у меня во рту. Suck my shoulder balls. Я отключил автоподборку оружия. Ребят, вы мне зачем это пишете? Я это знаю прекрасно. Это у Кекса она не отключена. Ну засветись уже. Это последнее? Да. Я еще под музыку из Туза Мун из другой комнаты эти бочки двигаю. Мне так уныло стало сейчас. Просто если бы вы знали. Нет! Твою мать! Блин, хороший графон тут для... А, автоподбор про КС, я понял. Да блин, у кого он включен-то? Отключен, точнее. У всех, я думаю, Сильверов включен. Заходите.
Кекс, ты тоже иди. Воу-воу-воу-воу. Сейчас ребят там нареспаунится. Говна всякого. Я дал тебе шанс. Я знаю. Так, у меня за спиной сразу появились трое причем. Слушайте, блин, они живучие, чем я думал даже. Какой кошмар, как потно. Погнали. Да, те, кто слушает два стрима параллельно, наверное, поняли, в какую печаль превратилось это. Перетаскивание бочек. Хакер. Прирожденный хакер. Да иди ты. У меня просто память отличная на коды. Не умеете. Ты не вытащил зайчика. Стой, погоди, погоди. А интересно, можно вместе? Хотя нет, вряд ли получится, но да ладно. Во, 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 а. Ты на них покататься, что ли, еще хочешь? Черт. Да ладно, все, пойдем. Короче, детский сад развели какой-то. Полчаса сейчас будем эти бочки возюкать. Хотя, блин, Денис, ты еще никого не скинул. Его можно понять. Куда идти-то? Да не помню, кстати. По-моему, не сюда даже. Здесь нет никакой двери. А, не, назад, 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 да. Хотя, зачем мы были тут тогда? Он, мне кажется, умер прямо на стриме. Хотя нет. Ну, вот. Чего это? Я не знаю. Идем сюда? Все, понял, да, я помню это место. Ты страдал. Ты слышишь, как у Мэда Ксюха играет пистолетово? Нет, не слышу. Счастливый человек. Вы пропустили просто секретку. Под лестницей. Да? Там аптечка была. Но в любом случае нам надо дождаться Кейка, потому что без него в этой локации мы не сможем дверь забрать. Какой локации? Скорее направо, нет. Назад, я рядом, налево. Я прям. Тут, или как у меня еще куда-то? Waiting for players. А, Велогеймс, ждали. Да. Господи, мне один моб снял так много хп, потому что это Илья. Ну, да господи, он еще живой, я думал, вы добьете. Слева им. А, нет, это да господи, это Денис. Что происходит? Да мы втроем в этой комнате стреляем друг друга, потому что ничего понять не возможно. Я никого своего не стрелял ни разу. Мне было 100-100, черт подери. Патронов для дробовика вообще не хватает. Я знаю, когда они уходят. Полезно. И дверь открылась. Нет еще. Давай, плечом к плечу, брат. А, нет, нет. Жопу еще зашли. Да, нет, это не жопа, это перед. Просто ты жопой к переду встал. Пусть теперь Кейк пойдет в тот коридор. Слушай, ты не умри, Дэн. Сейчас опять заново начинать. А чё ж вы молчите-то? Я думаю, что вы в полном здравии. В каком здравии? Я не могу. Да я не понимаю, меня здесь убивают с одного патрона. Я не понимаю, как ты вообще живешь. Бред какой-то, а не сложность. Они просто бац и все, ты уже труп. Я половину игры мертвый. Мне кажется, Денис где-то отсиживается, пока ты меня убиваешь. Да я не убивал тебя. Да меня, ну а кто? Денис меня убил? Я нет. Не знаю, я только знаю, что впереди нет хилки. Это все, что я знаю. Ну да. Какой я наивный. Предлагаю тебе играть на...